Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, девочки. Я сегодня с утра встала, а у меня у животных нет еды. Ну, у собаки каша есть, а вот у моих котов нет ничего. Они меня готовы были просто слопать, я не знаю. В общем, крик, гам, ни мяса, ничего нет. И, короче, я поехала сегодня в магазин. У нас есть такой магазинчик, я все время мимо проезжаю. Там с одной стороны такой, знаете, типа большой ларек такой. Вот, там с одной стороны было написано «свежее мясо», с другой стороны «белорусские продукты», а со входа было написано «овощи, фрукты». В итоге овощей и фруктов там нет, там мясо, колбасы, молочка, всякое такое. В общем, зашла туда, думала, может быть, там что-то есть для собаки. Ну, в общем, еще в итоге немножечко прогулялась и купила себе одну красоту. Ну, скоро же 8 марта, надо себя баловать, правильно? Девочки, ну, посмотрите. Ну, конечно же, себя надо баловать. Баловать, причем очень часто. Но моя покупка очень оправдана. Во-первых, сейчас же там скидки до 80%. И, конечно же, я не могла пройти мимо. Ну, а сделала я этот заказ не просто так. Мне тут муж недавно тоже из Sunlight, из итальянской коллекции. Вы знаете, я очень люблю итальянскую коллекцию в Sunlight. И, кстати, я в этот раз, когда была, присмотрела там себе коллекцию, ну, из коллекции золота. Там померила одно колечко. В общем, ой, балдеж, 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 балдеж. Все, на 8 марта я знаю, что хочу. Надо мужу только сообщить, да? Вот, значит, я вам оставлю артикулы внизу в инфобоксе, а также ссылку, по которой вы можете пройти, ввести в поиск, ввести артикул, изделие, и вам выдаст, я подпишу где-нибудь здесь артикул вот этих тоже сережек, и вам выдаст, ну, вы сможете посмотреть это изделие, там есть и видео этих изделий, ну, в общем, супер, классно. Также при регистрации в приложении вы получите 3000 баллов и подвеску в подарок. Плюс 10 тысяч баллов в подарок. А также сейчас у них проходит розыгрыш золотого кольца с бриллиантами до 1.03. В общем, девочки, ну это же вообще... Во-первых, ну вот это же мило все. Ну, я не могу. Это же совершать покупку, это просто целая, я не знаю, какая-то история. Сейчас я вам специально все так близко показываю днем. То есть муж мне подарил вот такие сережки, да. Кстати, вы видели уже и на их на мне, но я не показывала вам, да, поближе. И вот эта вот застежка, она не, как сказать, не давит ухо. Она очень хорошо, видите, как фиксирует. И сережки не слетают, я даже в них спала. Вот эта часть не колется, то есть просто классно. Посмотрите, какие. Вот такое вот плетение. И я взяла себе вот такой браслет. Девочки, посмотрите, какая красота. Просто. Это тоже итальянская коллекция. Они, во-первых, схожи. Посмотрите, какая красота. Оставлю вам, подпишу артикул внизу в инфобоксе. Обязательно посмотрите. Видите, стоило 15 490 минус 60%. И получается, я отдала 6 196. Вот за такой просто класснючий браслет. Еще я сейчас посмотрела в приложении. Там есть точно такая же... шейное украшение, вот точно такое же. И есть еще серьги, вот такие, ну, с таким, как это, какой-то тигр, лев, да? Вы смотрите, какая красота, девочки. Просто, представляете, летом на загорелой коже. Ой, это вообще, я обожаю, обожаю украшения, обожаю итальянскую коллекцию. Они всегда вот делают вот прям то, что нужно. И посмотрела сейчас золото в итальянской коллекции, тоже вот просто мега-супер. Девочки, просто мега. Сейчас я его одену. Он, значит, просто вот так раскрывается. Идет один размер. То есть вот так вот, видите? И, то есть, соответственно, регулируется вот таким вот образом, да? То есть... И тоже вот такое вот идет красивое плетение. Хочу еще шейное украшение, девочки. Но больше всего я хочу в золоте итальянскую коллекцию. То есть, ну, это покрытие. А я хочу именно в золоте. Сейчас я одену на ручку, покажу, как смотрится. Но... Вот так вот он сидит. Это жесткий браслет. То есть можно его... Ну, я люблю именно вот так носить браслетик. То есть можно его сделать вот так.
Посмотрите. Есть еще вот такой же, только мягкий. И, ну, как бы с застежкой такой. Но мне понравился больше вот этот. Я померила и тот, и другой. Но посмотрите, посмотрите, какая вот просто... Просто красота, девочки. Я вообще... Теперь у меня есть вот такой комплект. Серьги и вот это вот браслетик. Хочу вам показать еще одни свои украшения, которым уже больше года. Вот этот браслет, это тоже итальянская коллекция. Я вам их уже показывала. Посмотрите, с ним ничего не стало вообще. Больше года. Вот этот браслет летом я носила, не снимая. Я и... мыла посуду вместе с ним, и что только не делала, и мылась сама, и с сережками, вот такие же у меня, точно такой же формы, только как бы в серебре, и немножечко вот это плетение, видите, разное, они чуть-чуть побольше, вот эти сережки, вот, а у меня вот такие вот были, и кольцо у меня было из этой коллекции, вот такой, тоже, посмотрите, ничего не потемнело, ничего нигде не расползлось, ничего. Артикулы, кому интересно, тоже вот на этот оставлю. У них еще тоже есть шейное украшение. Надо будет мне тоже как-нибудь прикупить. Но все, видите, все меня куда-то уносит не в ту сторону. Так что вот такая вот у меня красота, девочки. Я вообще просто балдею. Так что обязательно тоже, девочки, скоро 8 марта, нужно себя баловать. Обязательно переходите по ссылочке, вбивайте в поиск артикулы и посмотрите поближе, кому интересно, вот эти мои украшения. Ну, это просто огонь, девочки. Просто. И шейное украшение, я вам тоже на шейное украшение оставлю артикул, кому интересно. Тоже безумно-безумно красивое. Ой, ну все. А я же еще, девочки, чего вообще зашла в Sunlight-то? Я потому что зашла в торговый центр для того, чтобы купить детям книжки. Вот такие книги. Как они нравятся моим детям. Если у вас есть детки примерно в возрасте, ну, наверное, от 5 лет, даже, наверное, может быть, постарше немножко, потому что моему старшему сыну нравятся больше эти книги, нежели младшему. Младший немножко еще чего-то не понимает, а вот старший вообще в дичайшем восторге. Это «Приключения кота-детектива». Смотрите, я сейчас докупила вот эти две книжки, а мы читаем сейчас вот эту. И у нас еще вот, причем мы уже... перечитываем вот эти второй раз. Просто вот этих не было тогда, когда я покупала. Я вообще первый раз купила вот эти две книжки в буквоеде. «Агент на мягких лапках» — это первая книга. «Секрет еловых писем» — это вторая книга. Это потом докупила третью, вот эту четвертую. Мы сейчас ее практически, видите, прочитали. Читаю я вечером им. Сажусь на диванчик между двумя кроватями и читаю вслух по 2-3 главы. Почему так мало читаю? Потому что они не спят, они слушают. Прямо очень интересно. Это такой легкий-легкий детективчик. На самом деле даже мне интересно читать. Я не скажу, что это книжки для взрослых. Это скорее что-то такое для подростков, там 10 лет, 7, 8, да. Вот моему старшему 8 лет. Он без ума, просто без ума от этих вот книг. И я докупила две вот эти последние книжки. То есть, вот, видите, во-первых, конечно, в буквоеде дороговато. Я ничего не могу сказать. Надо будет мне найти какой-то интернет-магазин. Может быть, если вы сами заказываете себе книги и знаете хороший интернет-магазин, где действительно подешевле, обязательно напишите. Но детям я всегда покупаю книги. Почему? Потому что, если им понравилось, мы перечитываем, вот просто зачитываем до дыр книжки. 400 рублей почти каждая книга, да, вроде по 400. Это тоже давно, это 378. Ну, в общем, 400 рублей стоит каждая книжка. Но настолько она интересная. Вот, видите, у нас все они есть. Я уж не знаю, будет продолжение или нет. Очень мои дети надеются. Еще сами книжки такие, да, разноцветные, классные. Это, в общем, про британца, про кота, который любит поесть. Как вот это мое создание. Наверное, потому что у нас есть это создание. Наверное, поэтому, может быть, детям моим настолько сильно интересно. Но вот мы перечитываем. То есть вот эти мы перечитываем уже который раз. Я потом докупала вот эту. И сейчас купила еще вот эти две. Мы будем продолжать их читать. Единственное, что в буквоеде у меня есть карта. И у меня там есть баллы. Вот видите? И поэтому, списывая баллы, у меня получается каждая книжка,
книжка по 339 рублей она мне обошлась, но у меня были там какие-то накопленные баллы, так как я достаточно часто туда хожу, они мне списывают, и получается хорошая скидка. До этого там просто была, по-моему, 10% скидка. 11 на книги, по-моему, 10 на все остальное, ну что-то такое. Ну, в общем, вот такие вот у нас книжечки, девочки. Если у вас есть детки, я вам очень советую. Может быть, я думаю, можно где-то, наверное, скачать, но мои дети любят именно вот когда мама садится с книжечкой, открывает вот этот шелест, да, ну, это класс. Вот, я читаю тоже, на самом деле, с огромным удовольствием. Уже читаю, и они вот прямо не спят, прямо слушают, настолько им очень интересно. Это просто про жизнь кота. И вот в этой книжке, кстати, там описано такое событие, когда с одной кошечкой, в общем, там кошечка, вот как раз ее Одетта зовут, с ней там, в общем, люди плохо обошлись, и вот описание этих событий, прям мои дети там, а как так можно обращаться с животными, я говорю, ну вот видишь, животных нужно любить, нельзя их мучить, то есть она еще помимо того, что это интересно, увлекательно, еще учит хорошему отношению к животным, так что советую, девочки. Так что, девочки, вот такая вот у меня красота. Я извиняюсь за свою прическу, но я была в шапке и специально ее одела. Прямо в машине ехала, не снимала, чтобы не забыть. Потому что я очень часто бывает так. Выхожу из дома в шапке, потом ее кладу, знаете, рядом на соседнее сиденье пассажирское. И она у меня там так и лежит всю дорогу. А хожу я без шапки в итоге. В общем, муж меня тоже за это постоянно, кстати, ругает. Сейчас хочу вам показать то, что там купила. Естественно, я зашла, там мясо, колбасы, молочко. Мясо у меня дома есть, но я еще докупила, я не смогла устоять. Так что сейчас вам покажу. Знаешь что, девочки, у меня чек. Я постараюсь вам подписать. Видите, выглядит вот таким образом. То есть просто написано одна позиция. Вот. То есть чисто вот таким чеком пробивали. Я попробую подписать вам видео, что сколько стоило. В общем, купила из собаки, там только была вот такая свиная шкура. Но я ее тоже взяла немного. Вот это все мне на 40 рублей обошлось. Чуть-чуть порежу, в кашу буду добавлять дополнительно к чему-нибудь ей. Ну, в общем, ладно, пойдет. Хотя бы такое. Мне сказали, что, может быть, там, то есть нужно захаживать, и у них периодически что-нибудь бывает. И также я взяла вот такой кусок говядины. Посмотрите, какой хороший кусочек говядины. Вот такой вот, смотрите. Вот. Сейчас как раз кусочек коту отрежу. Остальное нам вот такой вот. Дальше здесь у меня куриная печенка. Взяла тоже очень хорошая, мне прям понравилось. Целый килограмм взяла и две куриные грудки на косточке. Я косточку на супчик пущу, кожу в суп собаки, а мяско кошки, и она мне сейчас поест, и на что-нибудь. Так, еще вот такие вкусняшки тут купила, решила попробовать. Ну, это сосиски детям я купила полкило. И вот такую нарезочку нам с мужем попробовать. Это говядина, а вот это шинка была написана. Вот. Ну, тут совсем немножечко кусочков. Я обожаю вот это, девочки. Это вообще вкуснятина. Вот такое. И здесь у меня еще сметанка 15% и творог зерненый в сливках. Тоже сейчас попробую. Может быть вкусно. Если будет вкусно, то я буду захаживать в этот магазинчик. В общем, вот такой вот у меня улов, скажем так. Вот тут подруга моя учуяла. Вкусненько мама принесла, да? Вкусненько мама принесла. Вот она. Скажи, дай что-нибудь. Дай что-нибудь, да? Дай что-нибудь, не вредничай, скажи, да? Сейчас дам тебе чуть-чуть чего-нибудь. Чуть-чуть чего-нибудь тебе дам, да? Скажи, не вредничай, хозяйка. Не вредничай, да? Вот там вкусняшки какие. Мама еду купила, да? Мама еду купила. Подруги мои. Да? Ожидаю вкусняшку какую-нибудь. Да? Вот она моя сладкая. Скажи, и вовсе, девочки, я не толстая, да? И вовсе я не толстая, а хорошая. Я красивая, да? Очень красивая. А то мне иногда пишут, что у меня собака толстая. Скажи, я не толстая. Вон у меня даже чуть-чуть талия есть. Ну, скажи, где же я толстая? Да? Где я толстая? Я красивая, скажу. Вот так вот.
А другим хвостатым своим вот зашла, купила вот такой сухой корм, называется «Родные корма». Зашла в тоже какой-то типа магазинчик, типа ларёчка, вот, и там продавщица, девушка такая молоденькая, она сказала, что это очень хороший корм, что он намного лучше всяких вискосов и тому подобное, его очень едят даже всякие привереты, а так как мои тут вообще непонятно, что творят, в общем, решила, это российское производство, конечно, по качеству хуже, чем Royal Canin, похуже немного, она сказала, но при этом очень хороший, даже покупают вот у кого привереты. Коты покупают вот этот корм. Вот я им купила с телятиной, и там еще было, по-моему, мясной ассорти, что-то такое. Вот, видите, вот такой «Родные корма» называется. Вот такой пакет, 2,45, стоит 500 рублей, в районе 500 рублей, 496, что-то такое. Вот, видите, вот такой, с витаминами, с пребиотиками, таурин, лизин, дрожжи, в общем, вот такой вот, видите. Производство российское у нас. И вот такие ингредиенты. Вот, видите, даже морковка сушеная есть. Так что она сказала, что очень хорошая. Если моим понравится, буду тоже заходить покупать. Вот так вот. Сейчас насыплю им, а то сожрут же меня, девочки. Решила я, прежде чем разбирать мясо, немножко поесть. У меня сейчас сынок еще как раз обедает, да? Я его не показываю, девочки, потому что он ходит в одних шортах дома. Дай бог еще носки оденет. А YouTube не разрешает такое показывать, поэтому вредитель он. В общем, вспомнила, вот сейчас буду есть вот так вот хлебушек и вот эту говядину. Она стоила 706 рублей за килограмм. Вот это. А шинка 426 рублей за килограмм. Вот я почему-то запомнила. Вот, творог вот этот стоил, вот он вот такой, зерненый в сливках. Не помню, сколько процентов, но он стоил что-то 286, по-моему, рублей за килограмм. И вот еще сметана. Я попробовала, девочки, все очень-очень-очень вкусно. Это у меня 15%. Вы представляете, какая 15% сметана? Реально, как 20%. Вот она какая. Так что, я думаю, я буду туда захаживать. А вот это вообще вкуснятина. Положить сюда вареница, и вообще будет нереально. Даже можно просто так кушать в сливках вот этот творожок. Будет нереально вкусно. Вот, но я сейчас буду есть бутерброд и кофе. Мои любимые кружечки. Вот такое. Да? Вот. Что-то я вас сейчас насоблазняю, девочки. Не смотрите меня вечером, смотрите меня только днем. И подруга моя тут делает вид, что она голодная. Да? Я ее как раз перед отъездом покормила кашей. Ну, ей еще охота, да? Скажи, я вообще голодная. Все время. Да? Сейчас пойду мясо разбирать, дам ей что-нибудь. Вот так вот скажи я. Я бедная, несчастная, да? И сейчас еще напекла немножко блинчиков. Сейчас же масленица. Как раз мне нужно будет еще в школу, садик напечь, потому что празднуют всегда. Вот. Но это немножко я пока что для дома, скажем так, для моих домашних. У меня очень любят дети блины и называют всегда, когда идет масленица, называют это праздник блинчиков. Как раз сейчас будем кушать их со сметанкой. Просто обалденно вкусно. Так что всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Ну что, девочки, всех накормила. Еще сейчас как раз блинчики со сметаной. Очень вкусная сметана. Вообще нереально просто. У нас уже солнышко садится. Вот, просто нереально вкусная вообще. И мясо хорошее. Вот эта печенка что-то в районе 200 рублей стоила. То есть 190 вроде. Но я половинку собаки накашила, половину нам оставила с мужем. Ну, потому что собаки нету ничего, ни одной же свиной шкуры. Свиную шкуру я не добавляю ей, то есть не варю чистую свиную шкуру. Добавляю вот буквально вот такую горсточку на большую кастрюлю каши. То есть у него такая приличная кастрюля, наверное, литра 4, наверное, у нее. Вот такую горсточку добавляю просто. Ну, как бы больше пока нет ничего, но мне сказали в этом магазинчике, что надо захаживать к ним иногда, и когда им привозят вот эти туши, они их там сами разделывают, у них прям там два мясника таких
дядечки огромных, вот, то они, как бы, у них бывают вот эти все потроха и так далее, и они их тоже продают. Так что буду теперь, наверное, туда захаживать. Но на самом деле, вот минус вкусной еды заключается в том, что ее много съешь. Вот. И, кстати, вот эти сережки, которые я вам показала, которые мне дарил муж, вот так вот они выглядят. Очень они мне тоже нравятся, такие классные прям вообще. И браслетик. Теперь у меня вот такой комплект. Просто потрясающий. Еще хочу какое-нибудь шейное украшение себе, может быть, вот такое же. Но оно такое достаточно крупное, вот к этому браслетику. Поэтому даже не знаю. Но вот такое сочетание, мне кажется, вообще супер. Девочки, я балдею прям вообще. Еще хотела у вас спросить, девочки, из говядины. Я сейчас говядину заморозила, положила в морозильник, ну, потому что у меня мясо было, у меня свинина была жареная. И, в принципе, я зашла туда только то, чтобы, ну, как я говорю уже, да, котам что-то купить и так далее. Сейчас и грудку кошки отложила. Кошка у меня только грудку ест, кот говядину ест. Ну, кот у меня все ест, и говядину, и грудку ест куриную, и свинину ест, ну, вообще все ест. Лишь бы мясо было свеженькое, вот. А кошка нет, кошка только куриную грудку. В общем, я по пакетикам раскладываю, по порциям немножко там нарезала, положила в морозилку, вот. А говядину заморозила, тоже отрезала там кусочек коту, остальное заморозила, да. И что вы готовите из говядины? Ну, она такая, больше, наверное, на тушение подойдет. Ну, не знаю, напишите, может быть, у вас есть какой-то рецепт, потому что я ее обычно тушу либо с овощами, либо просто, либо соусом каким-нибудь, что-то такое. Больше ничего такое из говядины я не готовлю. Напишите, что вы обычно готовите из говядины, хотя бы просто название блюда. Я погуглю, посмотрю, что-нибудь вкусненькое приготовлю вместе с вами. Так что буду очень ждать ваших комментариев. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!